Просто профессионалы складом. Вот хорошо, когда высокий рост. Да? Но когда я потом скажу преимущество маленького роста. Пока вы строитесь, вот идите сюда, молодой человек. Идите, не переживайте. Вот смотрите, когда с человеком маленького роста разговаривают, слегка преклоняют голову. Это на подсознательном знак уважения, да? А если вы невысокого роста и хотите говорить,